Hello and welcome to Happy English School. Если вы никогда ранее не читали книги на английском или читали, но что-то не получалось, то очень надеюсь, что сегодняшнее видео станет для вас проводником в мир чтения в оригинале. Давайте я вкратце расскажу вам о том, где вообще находить книги для чтения и как с ними работать. Самый хардкорный вариант – это просто найти книгу и читать ее. Также их можно найти на онлайн-ресурсах. Плюс в том, что это может быть бесплатно. А минус – делать пометки не очень удобно. Поэтому, возможно, вам придется распечатать книгу, чтобы делать в ней свои записи. И еще один вариант – книжные магазины. Специальные отделы, где можно найти много книг на разный вкус. Я там встретила и Поллианну, Алису в стране чудес и даже Зов Ктулху. И, конечно, много классики, такой как «Гордость и предубеждение» или «Портрет Дориана Грея». Обычные книги в оригинале не подойдут для начинающих, поэтому можно выбрать специальную адаптированную книгу для чтения. Существует множество разных методов. Здесь слева английский, справа русский. Не очень практично, потому что мозг будет стремиться экономить ресурсы, и вы постоянно будете скатываться на русский. И кроме того, вы привязаны к литературному переводу, который иногда утрачивает некоторые моменты. Комментарии на полях. Это уже лучше, потому что вы сами делаете пометки и используете готовые комментарии как небольшую помощь, а не полную замену вашей активности. В конце книги могут идти словари, упражнения и грамматические справки. Теперь про уровень сложности. Он может обозначаться цифрами, от простого к сложному, от 1 до 4, или по названиям. Elementary, pre-intermediate, intermediate, upper intermediate. Поэтому не стесняйтесь полистать книгу и подобрать то, что нужно именно вам. И несколько общих советов. Не переводите каждое слово, старайтесь догадаться по контексту. Во-первых, если вы будете искать каждое слово в словаре, а таких может быть даже 5 в предложении, то вы очень быстро перегорите и забросите книгу. Если вы понимаете общий смысл, то смело игнорируйте словарь и читайте дальше. Во-вторых, может так случиться, что слово, которое вы выпишете и выучите, настолько специфично, что больше вы его никогда и нигде не встретите. Так зачем же тратить свои ресурсы? Второе. Если вы все же нуждаетесь в переводе, то найдите слово в словаре и отметьте его. Не нужно его сразу учить. Если вы наткнулись на это слово снова, а ведь вы уже его как-то отметили в словаре, кстати, именно поэтому я советую приобрести хотя бы карманный бумажный словарь, где можно отмечать карандашом, то выпишите его для заучивания. Выписывайте не только перевод слова, но и пример его употребления. Вы можете придумать его сами или возьмите в словаре. Сравните. Tremble – дрожать, blush – краснеть. Если вы выпишете просто слова, то запомнить их будет проблематично. Но в контексте her voice trembled as she talked. Ее голос дрожал, когда она заговорила. I blushed when she said she liked me. Я покраснел, когда она сказала, что я нравлюсь ей. Вот в этом случае вы уже гораздо быстрее запомните слова tremble – voice trembled – голос дрожал, и blush – краснеть. I blushed because she likes me. Я покраснел. И последнее. Читайте в удовольствие. Лучше каждый день, ну понемногу, чем 5 глав, но раз в месяц. Вы знаете, как поддержать это видео и наш канал. И дайте мне знать в комментариях, какие книги вы уже читали на английском и что бы вы еще хотели почитать со мной в этой рубрике. Thank you for joining me today and see you next time. Bye.